Еще летом этого года Дима Билан приступил к съемкам клипа на песню «Не молчи». Певец снял не обычный имиджевый ролик, а первое в России музыкальное видео о людях с особенностями развития. На днях в шоу «Голос» состоялась долгожданная премьера. Новая видеоработа Билана поднимает проблему, о которой обычно не говорят. Это трудности родителей, которые воспитывают детей с особенностями развития. Главную роль в клипе сыграла Ника, девочка с синдромом Дауна. За основу сценария взята реальная, более того, типичная история. Главная героиня клипа воспитывает дочку с особенностями развития, но очень боится рассказать об этом своему возлюбленному. Говорить мы должны, говорить об этой проблеме, и мы должны поддерживать детей и не разграничивать их с обычными нормальными детками, потому что все дети одинаковые. Специально для съемок клипа в Москву на один день прилетела топ-модель Наталья Водянова. Всем известно, что в 2004 году Водянова создала фонд «Обнаженные сердца», который по сей день помогает детям. Дима пригласил меня сняться, а я сказала, что снимусь, только если в этом есть социальная история. Он сказал, ну, конечно, мы так именно и хотим, чтобы рассказать о том, чем занимается фонд. И затем мы стали уже обсуждать абсолютно детали, сценарий, и что мы именно через этот музыкальный клип покажем, как сложно воспитывать ребенка с особенностями. Один из павильонов Крокус-Сити на время превратился в камерный концертный зал. Узнав об идее проекта, Эмин Агаларов с радостью предоставил площадку абсолютно бесплатно. Съемки необычного клипа доверили режиссеру Алексею Голубеву. Клипмейкер признался, что это его первая подобная работа. Сказать женщинам, которые имеют особенных детей, чтобы они не закрывались, не молчали, чтобы они говорили, влюблялись и жили той жизнью, которая, возможно, от них уходит. Сам же Дима Билан очень ответственно отнесся к съемкам данного клипа. Он безумно рад, что стал частью большого социального проекта под названием «Не молчи». Для меня большая честь с ней сотрудничать в этой нашей совместной обоюдной истории, в истории, в которой музыка «Не молчи» звучит в том самом правильном ключе. Клип Билана стал официальным роликом фонда «Обнаженные сердца». Яна Рудковская, Наталья Водянова, собственно, и сам Дима искренне верят, что это видео сможет изменить жизнь многих людей и станет важным шагом в построении инклюзивного общества в России.